когда домой пришел. И как меня встретили? Порой кажется, зачем вернулся я в свой край родимый. Пришел домой с чужой войны, живой и даже невредимый. И мне казалось, все вокруг меня улыбками встречают. Но я тогда еще не знал, улыбки разные бывают. Как изменился этот мир? За что такое наказание? Ведь не об этом думал я. Среди афганских гор в мечтаниях. Что же ты, родина, как же так милая? Кто ж такой сделал тебя? Нам обещали жизнью красивую, да видно не для меня. Ложь расплодилась везде, правды не видно нигде. Может, убили ее на афганской войне. Куда ни сунься, взгляд врага через улыбку пробивает. Здесь как бы мирная война. Здесь наши души убивают. А мы ж привыкли доверять друг другу и начальству тоже. И вот когда домой пришли, узнали, кто предать нас сможет. Хотят ошибкою признать приказ, который нам давали те, кто повыше забрались. Забыли все, что обещали. Что же ты, родина, как же так милая? Кто ж такой сделал тебя? Нам обещали жизнью красивую, да видно не для меня. А ложь расплодилась везде, правды не видно нигде. А может, убили ее на афганской войне. Я благодарен лишь за то, мы цену жизни там узнали. Еще за то, что среди гор друзей как братьев мы встречали. И не бросая лишних слов, приказы четко выполняли. И с командиром наравне. Сухпай последний доедали. Неужто больше никогда того не встретить понимания среди смертей? Там жизнь была, а здесь лишь жалкое существование. Что же ты, родина, как же так милая? Кто ж такой сделал тебя? Нам обещали жизнью красивую, да видно не для меня. А ложь расплодилась везде, правды не видно нигде.
Может, убили ее на афганской войне. Или, быть может, ее растоптали в Кремле.